решили устроить акцию в Парке Победы. Пришло очень много студентов, очень много волонтеров, очень много школьников. Они пришли такими уже сформировавшимися отрядами. Это очень хорошо, потому что единомышленники собираются и друг друга поддерживают, и приходят даже в дождь, потому что сегодня прогноз погоды показывал дожди, но все равно люди не испугались и пришли. У нас было где-то около 90 человек. Мы собрали где-то мешков 200 мусора. Это было неожиданно, потому что когда я первый раз сюда приехал на разведку, я думал, что мусора не так много. Но когда мы начали его собирать, я уже стал волноваться, что нам просто не хватит мешков.